Друзья, еще я хочу ответить одной трусливой крысе, которая нападает только сзади. Ситуация произошла на стадионном турнире «Хардкор», когда я сидел среди зрителей и смотрел бои. Крыса, как всегда, подлетела сзади и начала меня душить. Твоя пирамидка тяжелее. Толя, аккуратно с моим поясом. Пояс на кону? Вот это? Да. Нет, конечно, это мой пояс. Он дома должен лежать. Он должен быть у мамы. Друзья, ну просто ни слов, он еще при встрече мне улыбался, ну лицемер дешманский. Он еще за этот крысиный поступок просит бонус у лиги в размере 1 миллиона рублей за удушающий века, ну просто жесть. И попрошу лигу «Хардкор» дать мне бонус в размере ляма за то, что я у этого человека вчера забрал с обмещением века. Так вот, у меня для Залика есть 3 номинации. Первая – это крыса года. Я думаю, что многие со мной согласятся за его крысиные поступки. Эта номинация уверенно ему отлетает. Вот так, да? Вот так, да? Тормози, Залик, стой. Залик, да тормози, Залик, ну ты че? На выходке по сценарию людей самой лиги «Хардкор» проходила очередная пресс-конференция. Пусти, Залик. Ну, да ё... Второе, это наркоман года. Я уже считаю, что это не спортсмен. Он не несет правильный посыл такими поступками именно в спорте. Можешь дернуть, заходи. Дернул, зашел передний. Провоцируй. Дернул, зайди правый. Провоцируй, вытягивай на себя. Ну нахер. И третье, это дисквалификация года. Он уже сделал все возможное для этой номинации. И как говорил Анатолий Сульянов, еще одна выходка и будет дисквал. Хочешь? Залик. Вот еще одно исполнение, вот такое грязное, я тебя дисквалифицирую из лиги. Все понял. Я тебе серьезно говорю, заканчивай, пожалуйста. Это может закончиться. Не надо, пожалуйста. Прошу лигу «Хардкор» немедленно вручить эти 3 номинации этому залипаке. Я вручаю Лу Лендерсу золотую клизму года. Анатолий Сульянов держит свое слово, а Лига «Хардкор» дорожит своей репутацией. И 100%, я думаю, примут меры. Друзья, ну а что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях.